Благое дело. Коллектив Актюбинского филиала Фонда обязательного социального медицинского страхования отказался от проведения праздничного корпоратива. Взамен сотрудники фонда решили провести благотворительную акцию «Подарить детям жизнь». Праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки прошел в реабилитационном центре Аяла. Отметим, в настоящее время здесь получают лечение свыше 40 ребят. Реабилитационный центр Аяла является новым и нужным центром для детей региона, болеющих ДЦП. Также коллектив фонда ОСМС поздравил маленьких жителей дома мамы, где матерям были вручены продукты питания, подгузники и игрушки. По словам организаторов, акция продолжится дальше. Мы решили хоть как-то, но подарить детям маленькую радость. И эта акция у нас идет от самого фонда центрального аппарата. И все дали по мере возможности, вложились в эту акцию. Если мы сюда подарили центру Аялы не только детям 40 подарков, а мы и самому центру взяли игрушки для развития моторики, игрушки взяли. То есть около более, наверное, 10 таких больших нужных игрушек еще мы приобрели для этого центра.